Тоже, да, быть из-за соединения, ой, из-за флешплеера херово воспроизводится онлайн-видео. Ну, в смысле тормозить. Ну, может, да, обновить попробуй. Вообще все видео может хуево воспроизводиться. Ну все, видео и так производится при помощи флешплеера. Ладно, посмотрим. А то у меня все открывается, интернет нормальный, блядь. Все проверил, блядь. Сука, онлайн сериалы не могу смотреть, блядь. Ну тупит и пиздец, ну зависает, нахуй. Ютуб это Ютуб, он, блядь, без Не, он YouTube у нахуй меня вообще хорошо, зависает. у меня YouTube хорошо идет, он не зависает вообще. А вот именно вот какие-нибудь, знаешь, сериалы там зайдешь, там посмотреть что-нибудь, там онлайн, блядь, тупить начинает. Сейчас, секундочку. Так, я тоже сейчас отойду. Если я, блядь, пролечу дальше, похуй, не прыгайте со мной. Я потому что в туалет. Слушайте, а вот смотри, а если у меня даже видео получается трансляции на телефоне тупят, ну в смысле квадратиками, знаешь, с кем-нибудь разговариваешь по скайпу, там еще что-то, вот в квадратиках, это получается роутер, да, тупит? Ну, Интернет не выдает. качество. Ну да, он тебе получается качество сжимает, чтобы проходил нормально сигнал, как бы. Но это получается, короче, роутер менять нахуй надо, наверное. А какой у тебя? У меня Asus какой-то там, не помню, блядь. Ну, я хороший Блин. покупал, блядь, тогда. Хрен его знает, может, блядь, надо настройки подкрутить, нахуй. Чё, Приморск, ребят? Или чё, или как? Давай. Приморск, да? Да, давай Приморск. Бля, ну не дали, да, нам Лёша-то играть нормально? Сейчас бы мы их там пизданули бы всех. Я не могу от первого, меня бесить начинает прям жестко нахуй. Еще Миша говорит, что у него охуенные наушники, блядь, где он все слышит нахуй. Вы пересмотрите стрим вот. Не, он слышит, но он это не воспринимает. Я говорю, блядь, стреляет вообще с другой стороны нахуй. Слышать он слышит, я говорю, это Куда он. ты поехал? Я говорю, блядь, да тебя снесли нахуй. Только что ебаный в рот с той стороны нахуй. Нет, блядь. С другой, блядь. Ну чё? Ну, это Миша, у него какие-то вот, ну, есть тормоза Я говорю, такие ты вот, чё, говорю? постоянно. Ну, с этим просто смириться надо, и все. И никто, сука, ему сказать не может. Я, блядь, скоро скажу, Не, нахуй. Мне почему? похуй, блядь. Слушай, я Мишу высказывал уже. Вот это, блядь, Чего ты там, блядь, постоянно пиздишь, высказывал? что-то Ну там, ну... чуть-чуть, ну Ты чуть-чуть. высказываешь только, блядь, Миш, возьми меня, блядь. Нихуя, я не высказываю, я, блядь, как это, даже не, ну не требую, а, блядь. Просто Требую, специально, бля. что, специально, что там Лаки или Сиды или еще какой-то не взяли, а взяли меня. Вот, но я не знаю, как это. Я это специально делаю, то Ребят, есть а я... что-то нету нихуя машин. Вообще нет, Я нихуя. Я вправо вообще хожу. Дэн, нихуя Дэн, нет. Дэн. Короче, все, я пошел нахуй Вправо. отсюда, потому что смотрите на зону. Лех такой, да, ну нахуй, сейчас. Да ну куда? Я ебал, да. Да Я конечно, ебал, да. какой нахуй Приморск? Мы охуеем пока что, блядь. А, Дойдем. зона? Ну, паны, бро. Ну, я сейчас чуть вперед пробегу, может, есть хоть Дэн, что-нибудь. там мотоцикл Да, стоит. есть. Сука, это куст. Где? А вот. Съебал. Увидел? Вот реально, вот Давай форма куста поутонемся. напоминает Давай мопед, быстро блядь. утонемся сейчас. Меня это бесит, блядь. Мы сегодня с Дэном, блядь, первую катку прям в Георгополь прыгаем. Все, прям залутались. У меня глушитель. Только броников у нас по первым было, а так все нормально было. Ну, я не знаю, мы Все, сейчас едем стимуляем. прям. Едем в зону, прям хуяк на мотоцикле, переворачиваемся, причем на маленькой скорости, без всяких кочек, горок, просто по прямой практически, блядь. Нахуй, минус два сразу. Угу. Ты представляешь, как обидно, блядь. Да, я знаю.
чуть-чуть, блядь, не доехали, а мы были около уже метки, куда собирались. Я тебе так скажу, мы сейчас без Миши, блядь, топ-1 взяли, блядь. Пока его убили сразу, мы втроем, блядь, топ-1 просто взяли. Говоря, ничего удивительного. Ну да. Так, ну нихуя тут нету, короче. Я сейчас в желтый забегу. Пойдем, Дэн, в желтый дальше. А, тут еще дом есть. А, ладно, я тебе его оставлю, я дальше побежал. Так, из-за чего у меня возик есть? У нас мотоцикл есть. Три дробовика, три, блядь, в одном доме. Скотобазы, блядь. Ну, только вторую каску нашел, и все. Шлем первый есть, Дэн, если надо. Да, шлемы есть вроде как. Рюкзак есть первый. Просто бывает нету, я лучше буду говорить. Угу. Ну, хорош. Ты посмотри, это все там находит, блядь. Ага. АВМ нашел там, блядь. Я только первый броник, блядь, нашел. Я нашел кар сразу и, блядь, карель. Хера себе, блядь. Да, причем в этом же доме, где, блядь, три дробовика. Вы поняли, у меня баги есть. Вы поняли, кого первого убьют? А че это схуяли? Это вот если бы третий клиент был. Паш, давай его ебнуть. Да не. За что его убивать? Наивное. Ну, то, что у него кар. Ну, пиздит бывает. Ну, ладно, ёб, я уже смирился, нахуй, с этим, блядь. Тут пиздец, блядь, просто нахуй. Пистолет и дробовик только. Ну, и ЕМ-ку нашел. Томсон, иди нахуй. Вообще, выкинь его нахуй, парашу просто, блядь, сразу. Я вот лучше с гранаты пойду. Вот-вот, блядь. Пиздец. Не, ну вы уж прям не опускали. Он прям в упор, чисто в упор, он охренел. Хуй. Я вот сегодня, блядь, в упор стрелял, блядь, просто зажал нахуй. Хуй. Юм перестрелял. Я в соло играл, я, блядь, шестерых или пятерых нахуй прям... Это в конце катки всех трахнул с него. Это ты, это, наверное, ФКшников долбил, да? Нет, с подгорочкой прям стоял, причем на военке, блядь. Пок-чпок-чпок, нахуй. Все, ребят. Че, куда пойдем? Дэн, прикинь, нету ничего. Да вообще, УЗИ. Вторая каска есть у тебя? Нету. Давай ко мне. АВМ. АВМ. Сайга, что? ЮМП. Вот, Дэн, сюда беги. Короче, нету у нас нихуя, пиздец, столько домов, нахуй. Там, да, там, она забагованная лежит. Блять, у меня броника нет. Боюсь я этих мотоциклов. А потихонечку подсосик вытянул и поехал. Подсосик. Все, можно другие дома. Давай. В другие дома просто езжайте. Не-не, мы тебе нарушим идиллию, блять. Давай, погнали. Ну что, поможем, да? Да, конечно. Ну да, ну. Суки, блять. По-пацански, нихуя себе, а как не помочь? Я беру голимый дом. Где нихуя а, нет. Есть миник. О, миник я возьму. Ага. Я Дэну хотел отдать, а ты, блядь. У него бы старое. А у меня 4х есть. А у меня 4х, я могу ему М-ку отдать. Сейчас скинь пока, если ничего не найду. О, да, ну это 4-4. Отлично. Ну все, собираем миник, да. Какие X2, блядь. Каска вторая есть у меня лишняя. Не, броник нужен, броник. Броник сам с первым берем.
Вообще нету. Второй, тебе первый или вообще? Да хотя бы вообще. Вот в моем доме был. В моем? В моем, в котором я был до сих пор. Ага, бегу. Твои дела еще хуже, чем моя, кажется. Да. О, второй рюкзак. Ну сюда иди, ёпт. Там второй рюкзак был. Я третий, потому что взял, правильно. Да нахер он. Черепашка, блядь, по имени Букашка. Ты ямку скинул, да? Да, он вот тут скинул, в красном доме, я так понимаю. Еще одна вторая краска. Так, а зона пошла. И куда мы едем, блядь? О, она с глушителем, что ли? М-ка с глушителем? Да. А, нет. Еще 4х нашел. Еще 4х нашел. Охуеть. Ой, бронь. Дальше, блин, смотрю карту. Лёха, ты лутал там, где я сейчас? Красный. Я не знаю, где, наверное, да. Ну, если ты дама, то я там был. Зона, зона. Давай, красавчик. Давай по-быстрому. Ты правый, я левый. Прицелов в ущелье. Я взял коллиматор лишний, 4х лишний, на всех взял. Нормально. У меня аптечки есть, если кому надо. У меня 5 аптечек. Мне только нужен увеличенный магазин на автомат. У меня миник еще один есть. Хотя, в принципе, он мне нахуй не нужен. Компенсаторы на ПП. Траханули бы меня там одного. Давай за миником тормознем. Давай в моем доме на первом этаже. Ну где ты? Я вот вижу. Блять, зона пошла, блять. Ну все, миник взял. Патрон у меня, конечно же, нету. Да, поделюсь чуть-чуть. Блять, это чё было? Спанул. Блять, у меня лаг был. А у кого с аптечками напряг? У меня. Я тебе дам, у меня есть. Не-не-не, не стоит. Блять, а куда ехать-то? Ко мне. У меня аж 6 аптек, и тут еще 2, я не могу их взять. Так, кидываю все, что мне нужно. Ну я только по-братски поделиться могу. Аптеки, Дэн, вот в этом доме, вот в этом крайнем окне. Так. Вот в этом крайнем? Да. На втором этаже, да? Да. Блять, это через мост нам надо сейчас пилить. Where are you? Так, кому компенсатор нужен на ПП? Никому. Нет. Блять, это куда нам? Это вот сюда нам ехать? Дайте мне чуть-чуть, 5,56 патронов. Блин, у меня миник пустой вообще. Нуль. Давай по-братски поделюсь, у меня тоже мало. А 4х никто не будет забирать? Я уже взял. А, окей. 4х я возьму.
Где? Вот тут лежит, прямо вот там против входа. Стой, стой. А, дай стоп, тебе. Стоп, у меня еще один лишний, ёб твою мать. Да я тебе отдам. А, на, тебе компенс, да? Компенс нужен, Денис Михайлович? Давай, давай. Лёх, ты чё, на баге, что ли? Ну давайте на ваших поехали. Через мост для надо ехать. Давайте кто-нибудь садитесь себе в джип, короче. Чтоб я не убил никого, нахуй. Лучше я сам убьюсь, нахуй. Да ёпта. Пацанов Доминик Торетто везёт, нахуй. Ну, обычай не такой. Нет. Машина едет туда же. Еще одна, блядь. Я же говорю, для меня не бьет, как пацаны, блядь. Куда едем? Без Доминика ты бы уже погиб, нахуй. Едем, Паш, пока... Ну да. Пока бензин. Хотя с... Я бы чуть поменьше дизайн взял бы. Дома закрыты. Ну вот тут вот дом с контейнерами, походу, блять. Ты с краю что ли хочешь здесь? Я просто зашел, тут дом закрытый. Все дома закрыты. Ну давай. Давай. Я вон тут патроны нашел себе, блядь. Калаш есть с патронами куча. Прицел, точка. Машина еще одна. Угу. Дача проехала. А, нет, к нам. Ну, отлично. Остановилась. Вышли. 15. Накидал одного. Сейчас я на крышу поднимусь, подожди. 15, ловите. Угу, давай, запрыгай. Они, по-моему, левее уже пошли. Ну, им сидеть, ебанько, блядь, их сейчас ёбнут, мне кажется. По мне. Два раза попал. Пусты, что ли? Еще по одному два раза попал. Двое их. Да, их двое. Возле какого они дерева примерно? Они за бугром, где ржавая машина. Не забирайся только на крышу. Они так будут видеть сейчас. Дым кинули. Каска вторая есть на крыше у меня, если что. Они сейчас меня будут это, пыры-пыры. А я смотрю. О, один переполз за дерево. Вон он там сел. Ага, спрятался, блядь, да? Байтит что ли, сучоныш? А, вижу, вижу, вижу. Один левее пошел на 330. Бля, да, я пока отвлекся на этого справа, сука, проебал того. А вот... Ооо. А это откуда? В голову ровно попал мне. Я там этому дал слева, который. Чуть-чуть. Мне справа кто-то стреляет по мне. Слева за деревом я увижу. Прятал. Не, из мини кого тут за из-за бугра стрелял. Перед нами. Один, да, в белом шлеме, в другой в черном шлеме. А вон он выглядывает из-за дерева, блин. А я его не вижу. С крыши. Да-да-да. Ты, Паш, смотри справа, который... За деревом смотрю. Еще дым пустил. Как это мимо? Ну, бля, о, меня блядь. С двух сторон. Как вы смотрите-то, блядь? И один, я и второй по мне видел. Спокойно хуярит. Я не вижу. Ну поменяйте, значит, позицию. Блять. Бежит, бежит к вам. К вам бежит Дэн. Окей, я понял. Слышу. Один ко мне. У меня уже. Держи. Да, держи. А, или это этот... А, или ты. Ой. Немножечко. Световая. Нет, у нас есть. Вот подходит, да.
Пулемет ему. Ебать, вы чё, прикалываетесь? Откуда, блядь? Чё за... Чё, прикалываетесь, что ли? Да и он не умирает, ёпты, я стрелял же, но он не умирает. А тебе могу больше сказать, еще я стрелял перед тем, как он да к тебе я пришел. Знаю, я слышал, ёпты, я, блядь, я в него сейчас в живот такую, блядь, штук 10, ему похуй. Второй броник даже не слетел, ёпты. У нас четверых, двое разлутали, ебать. Я тебе говорю, такое ощущение было. Да, что было... меня выбили, блядь, двое он, стреляют по мне. Он сперва поднялся, я ему уебал, он спустился, включил год мод, нахуй, поднялся и убил, блядь. Вот по-другому я и хуй знаю, блядь. Я отличиться успел, блядь. Я вышел на балкон, хотел спрыгнуть, сейчас его встретит меня, этот опять за дерево, тот же самый по мне. Пизданул, блядь, опять. Пока я отличился, он тебя убил. Бояться, нахуй, вот так вот хуярить, блядь. Ну странная хуйня, да, два человека не побоялись, четверых. Как спокойно. Они, блядь, зашли нахуй в ваш дом? Ну а что там в него зайти-то? Ну нихуя себе, ему-то сука бежать, блядь. А даже я тебе больше скажу, зашел один только. Да, а другой и к нам один сама. Зашел. И причем, и причем зашел тот, который самый дальний был, нахуй. Если он с том был, я был готов, я его встречал, понимаешь? Я ему сперва посадил, потом он взял такой, отошел, опять поднялся и пиздец. И я его встретил, он был, меня не он видел. Он был просаженный уже, когда я сперва первый раз с ним повоевал. Я хуй знаю, как так, блядь. Я тоже, вот, нет. Мы с тобой, когда играли, я три патрона высадил и убил человека. Здесь я уже второй рожок нахуячил по нему. И он даже высовывался, знаешь, что такое бывает, когда только голову и убивают. Он прям целым телом на меня вышел. То есть я не хочу. Того за деревом, блядь. Он поднимает голову во втором шлеме. Сейчас светлый шлем у него, блядь. Я ровно нацелился с кара, пизданул. Ничего, он дальше стреляет. Я не попал. Ебать, мы с тобой на такой дистанции сейчас ложили людей, ебать, блядь. Как делать нехуй, блядь. Я в упор не мог практически убить человека. Это что за бред, нахуй? Лут хороший. Есть 4 человека, 5 вижу человек. Они на больничку. Бля, самое хуёвое, что это одна тима, блядь. Угу. И она сейчас будет стрелять сразу. Так, один дальше летит. Они все дальше летят, ни один не пошел. Один в ангары, да, план. Давай, давай сейчас. Ни один, один только на больничке. Двое в мои дома пошли.
где тот-то, блядь? А, вот. Сука, он М-ку взял. У меня нет оружия. Пошли отсюда. Он лазит за мной, блядь. Чё, едут сюда, что ли? Паш. Тот чувак взял УАЗик и уехал куда-то в город, вот в нашу сторону, не знаю. На УАЗике. По идее, он где-то тут. Здесь бы я услышал, да, шум. Блять, нет ничего, вы чё, ебанулись, что ли, совсем? Да, контейнеры пустые были, все три. Я только сайгу нашел, блять, и все. Если что, сделайте меня погромче. Окей. Каска, Лёг, вторая в моем доме есть. Есть, есть, да. Ага. Блять, нету оружия. Ну, сейчас повоюем, я чувствую. Ой, ёмп, заебись. В этих домах постоянно есть что-то. Дай бог, дай бог. Охуеть, я два глушителя на сайгу нашел, блядь. 4x, нахуй. Третий рюкзак. Броник два вторых. У меня броник, кстати, второй. Я тоже. Но нет сайка. Оружия, блядь. А у меня 24x, блядь. Это вот рядом со мной дом ты был, да? Да. Последний дом бери. Да. Угу. Последний я иду. Я уже не здесь. А чё ты аптечку не взял? Я? Да. Да нет, аптечку. У меня только юм. Ой, не юм, по УЗИ. О, блядь, они уже здесь. Кебанумба, блядь. Где? Ну, короче, нас 210 СВ где-то. Вон, да, вышел. А, да. Сука, блядь. Нихера себе. Это кто? Кто это? Стрелял из УЗИ. Не знаю. Дэн, блядь, ты? Нет, я бы ответил бы. У меня УЗИ нет. Блядь, два раза попал, поэтому... В моем доме второй броник есть. Из УЗИ, блядь, никто, из УЗИ никто не стрелял. Это стреляло не УЗИ. Блять, у меня, у меня. Кто? Какое? Да у меня нету ни Томпсон, блять. Я не знаю, Паш, я, ну я 4 раза попал. Ну 4 раза, блять. Пять раз. Еще с другой стороны. С другой стороны. Ползет. Вон еще бежит, Леха. Пиздец. Да куда вы летите? Где ты этот? Всегда пойдешь помогать, блядь, не, сука, в мир. Гилмор, а чё ты? Подожди, ты же положил этого одного, чё ты убежал-то? Куда я убежал? А кто убил того, положил его, Клопаша? Я двоих там вырубил. А, ты двоих убил? Я их вырубил, да. И ты ещё, я так понял, одного где-то. Да. А где ещё?
Сейчас прибежит. Жди. У Паши было два человека. Но они ползали, Серега подбегал. Ну ты когда подбежал, уже пацаны поработали чуть-чуть. Я тебе говорю, я столько... Бля, я просто пять патрон только вон он в одного... Вон бежит, Лёха, зелёное здание. Сейчас выбегать будет. Да, вот он. Да, вот бежит. К вам бежит. Я не знаю, у меня что-то, я не могу играть, и все, у меня нет ответа. Я не попадаю в людей, в упор. Да, я так же, я смотрел, как ты стреляешь, я бывает так же я стреляю. Не попадаю, я просто стреляю в молоко, это не игра, это залупа ссаная, блядь, конченая вообще, это смех ебаный. Это пизда вообще просто. Что это творилось сейчас? Меня просто вдвоем, сука, обошли, блядь. Я бы так его вырубил одного. Нахуй. Да я их и видел двоих. Я их расстреливал двоих. И ничего не помогло. Пять патрон только в одного всадил. Он жив остался, его Гилмор добил, блядь. Во второго столь, ну, блядь, раза два попал. Я не знаю. Есть пятерки там? Да. Да, есть. Я тебе дам. Вот, скинул их подо мной. Дрочь ебаная, конченая шляпа ебучая, нахуй, подожди, да я этот шляпу эту выкину, блядь, 416-ю, блядь. Нате глушитель скину. Где там патрон? Еще на том, посмотри, ящики. Угу. Так. Ебать, я себя таким ничтожеством давно не чувствовал, нахуй. Так, а где еще один, блядь? Тут что, где-то? А он, по-моему, вот запах. Он, да. Тут рейдшем заберите. И еще один глушитель, да, забери. Угу. Глушитель, это хорошо. Так, что там, коллиматор возьму? Зона, ёпта, пиздец, нахуй. Полутались, блядь. Тварь ебан, бля, ну это пиздец. У нас вот здесь эта машина была рядом с Легодомом. А УАЗик. Охуеть. Бля, и вот реально все настроение упало вообще в мясо. Я в одного стреляю, во второго, они оба с ним стоят, блядь, я не знаю, в кого стрелять, я и тому нахуярился, кто спрятался, тому нахуярил, блядь, 5 патронов не упал с 416, 5 патронов не упал, ты нахуй досрал 415, вообще хуетой, блядь. Да, может, не зарегалось, просто... Все там зарегалось, ёпта, все четко. Не, ну ох, ну если вырубает, он стоял спиной ко мне, блядь, не вырубает, не всегда она вырубает. А-а-а! Там у одного из них третий броник был, кстати, может из-за этого. Это по которому, который бежал к нам в конце, да, последний? Самый первый, ёпта, которого ты положил. Не, у него там второй был, или вообще ты ему выбил броник. Я ему СУЗИ нахуй ебанул, наверное, я не знаю, сколько патронов, блядь. Он еще сел, блядь, я ему еще дважды, блядь, он встает, я еще три патрона. Блядь, что такое, нахуй? Я не знаю, кто если смотрит там, блядь, стрим, блядь, я, блядь, кровь лилась там, как я не знаю, чё нахуй. Он сузи как раз таки, возможно, и не. Направо. Мне бы подхиляться. Поставьте, блядь, куда ехать-то хотя бы. Вам знаете, куда надо ехать? Вот прям вот. Вот давай. А, ты на эти дома хочешь? На куда? Можно на желтые. Там будет видно зато все. Леха, вот, который ниже пятерки? Чуть-чуть. А? Пятерки, которые я скидывал, забрал. Да. Можно ниже, которые. Дома.
Чуть-чуть. По нам ебашит уже. Слышали, стреляли по нам? Да, да. Заедем? Давай. Давай, заедем. Может, сейчас АВМ найдете. Тихо. Да. АВМ? АВМ? Да. Ну вот, видишь, как я угадал. У меня увеличенный быстрый доступ. Поехали. Бля, ебать, первый раз повезло. Четыре, кстати. На лодку? Иди вот туда на вот. Ну давай на лодку. Пойми. Давай на лодку, можем пока переплыть вот туда в лес. И со что обратно? Домик тут посидим. Злебово великан, бля. Сука, как же он меня падла, блядь, сзади-то, а? Подкараулил. Пидрила, блядь. Плывем, просто плывем. Просто плывем. Куда-нибудь вот сюда. Да. А вот они прям на холме, суки. Угу. Ебать, мы успели, блядь, а. Эти все с глушителями, охуеть. Да набирайся воздух, ебаный, блядь. Да он не набирается, блядь. Ты на shift не жми. Я не жму, блядь. Он долго вначале, да. Бля, че, обратно, что ли? Ёбин бобин, блядь. Давай они обратно. Вдоль нас, что ли? Горы идут. Они все стреляют, застреляют, дебилы, блядь. Пускай стреляют, тебе-то чё? Да, будет зона не на Сосновке, мне кажется. Пиздец, все еще по нам, блядь. Да. А вам надо было в те дома ехать, которые я вот говорил. Я больше скажу, они сейчас лодку возьмут нахуй. Я бы на их месте взял бы лодку и плыл бы вместе с нами, блядь. Ну не факт, Лёх, может они подумают, что мы посадили на берег. Да, да, куда Лёха плывёт, туда надо. Смотри, как настреливают. Да пиздец, блядь, какие нахуй, а. Самое стрёмное, что нам на голый берег сейчас выбегать. Да, а у меня хп на донышке, опа. Давай не выходите опал, пока. Давай пока не выходить, может, да. Не выходите, не выходите, плавайте. Будьте на дне, потом поднимайтесь потихоньку и плавайте, я тебе говорю, так дольше проживете. Блять, это пиздец, ты посмотри. Это что за жесть, они стреляют просто прямо рядом со мной. Блядь. Тачка подъехала, кстати, да в те дома. Попал. Вон она, вон, смотри, едет. Бля. Я за Лёхой смотрю. Может, под мост пойдем? Под мост она и поехала. Там две тачки, охуеть, сейчас они повоюют. А это может быть команда, блядь, одна. Лодка. А, вы они плывут. Они... Это не они, это не они. Подниз, подниз. Задавят, задавить. Это такой. Один чувак, не-не-не, это один чувак. Ага, один. Стреляет, да? А, едет. Нет, вот, едут еще.
Поднись, поднись. Все. А, это они приехали, слышь. Выплыл. Сейчас выплыл. Ой, блядь, тварь, а. Вали его, Лех. Ну, надо было санки долбить, нахера ты. Сейчас тебе в голову попадут, спрячься под воду. Они стоят прям в открытом поле, хуярят им похуй. Это не они, они до сих пор там. Но мы ниже. В зоне, в принципе. Он еще побежал. Один вон, а, это тачка. Они через мост поедут. Я предлагаю плыть. Перебегать. Перебегайте, да, в дома. Поплыли, а, опять поплыли туда же, блядь. На гору поплыли. День, блядь. Я зону поплыли, не посмотрел. Охуеть. На камни берите вот эти вот. Столько морские котики, блядь. Нафига ты? Маскаладно. Ага. Водоросли плавают, блядь. Вот такая штука бывает, на первой плотине я купаюсь, вот такая хуйня приплывает, блядь. Водяной, слышишь, блядь? А ну иди, испугай людей. Да, сейчас сзади. Они на мост все поехали, там лодок нет. Или поплывут. А вы на камнях, наверное, вот на этих посидите. Как раз там почти центр зоны, блядь. Гилбер вообще задом плавает, блядь. Я? Что, дурак, блядь? Я нормально плаваю. По сути, я тебе говорю, потом это... Посмотришь, блядь, это пиздец. А, это я знаю. Чё они отсюда съебались, придурки, блядь? Нахуй, может, они там стрелялись? Сейчас. Может, сидя ждут? И они на УАЗике сели, уехали. Они уехали. Я смотрел, как Лёха, ну, в этот... Укратник смотрел и... Блядь, у меня зависло что-то. А, отвисло. Смотрите жопу, главное сейчас. Вы что, в дома хотите? Есть что полезное? Ну, болит. Они могут на сопке быть, Лёх, аккуратно. На правой. Так, по мосту сейчас поедут две тачки и мотоциклы. Да, едут. Ну, их там расстреливают. Вам чуть-чуть добежать, бегите прямо сейчас. Бегите прямо сейчас в зону. Они вышли там, они... Пока они там стреляются, бегите. Лёх, забери в личный магазин. Мотоцикл где-то впереди меня, СЕ. На горочке остановился.
120 SE. Я бы лучше сказал, перебегайте на ту сопку. На следующую. Вон бежит по... Дэн, ты что не видел? Нет. Дэн бежит вон, блядь, по пляжу. Да, по пляжу, блядь, по пляжу. Ой, ебать. Но он далековато. А один стоит, просто смотрит. Он стреляет по кому-то, блядь. Во, нормально, красава. Во. Еще один к нему подбегать сейчас будет. Он по СВМу получил. Вот он бежит, педрилка, блядь. Кто-то по вам. Ты его убил вроде уже, нет? А. Ну все. Я добивал, чтобы этот не застигал. По мне работает, блядь. Слева. За камня вон. Левей, левей. Бля. Да пиздец, сынка, ты что творишь, блядь? Попал и похуй ему. Вон бежит. Смотри, вон. Другой вышел. Да, да, погорели. За дерево выглядывает. Смотри. Вот он. Выбил. Нормально. Левей, смотри, на гору. Там бегает еще чудила, блядь, одна. Вон он побежал. Тачка дымится на 150. Побежал, побежал, Лех. В жопу кто-нибудь смотри. Чтоб не зашли. Могут подняться просто у вас пригорка сейчас. Ваш маток побегает. Кто подбегает? Уж там всех вроде убили. Нет, там нет, один остался. Один бежал. Но он сейчас он умрет. Слева, он сейчас сдохнет. Слева. Будет, наверное, слева. Он сдохнет сейчас. Машина. УАЗик взяли на СЕ. Два груза, он... нихера себе в одно вон место. Вон он, вон он, побежал. Смотри, машина-то к вам приближается, ребят. Да-да-да. Умер. Валите, валите, дымите. Бля, дерево, ну иди ты нахуй, да, блядь. Согласен. Да... Батик дерево спасло, нахуй. Блядь. Они сейчас на горе. Он остановился, вышел. Ну вы почти в зоне, конечно. Вам их надо убить. Он там один. А, один. Где он? Перебегайте к горке. На СВ, наверху он сам остановился, вышел. Вот он. Вот он. Вот он, вот он, вот он, дать Дэн, вот. Блядь, сейчас бы с АВМ атак. Где он? Да он за деревом сидел, стоит на, самом, на самой горе. Ты бежишь, я вообще, сейчас я скажу, как ты бежишь. Чуть-чуть правее, вверх, возьми вверх. На него. Левей, правее, вот, где, видишь, тачка горит? Ну. И получается, он, левее там дерево. Он сейчас хиляется, скорее всего. Он уже отхилился, я думаю. Он на самой сопке. Вот он стреляет. По Лёхе. По мне, блядь. А, по тебе. Кто-то справа, а не справа. На 240. Да-да-да, за деревом. Возле зоны. Ну, гранату кинул. Сука, блядь. Киньте ему гранату. Да, ой, блядь, как Дэна. Так-то, блядь? Я за зону пошла, нихуя себе. Я ему там попал пару раз. А ты должен доползти. Да я нихуя не доползу. Вырвал. Вон, Лёх, подними Дэна. А, ты уже, наверное, не сможешь. Блядь, сиди в зоне. Я ползу, ползу, пока тут узко. На С, за дерево. Назад отойди, Андрюх. Андрюх, да, не иди. Смотри, стой, сопку стой, стой, левую. Стой. Дай я заползу. Еще чуть-чуть осталось, а то умру сразу потом. Давай за дерево, пусть. Да, давай. Все. Блять. Левее берите и бегите сейчас прям. Дэн, лечись и бегите. Гилмор, лечись. Лечусь.
Закиньтесь полностью боликами, если есть, всякими нах. Нам да, надо прям левее брать. Нет, правее, наверное, даже. По зоне идти. О-о-о-о-о-о, вот он, по прямой С. Вот где дерево это. Нахуй. На нахуй, красава, блять. Сразу подох, да? Да. Да, да, потому что я вырубил. Аккуратно, Андрюх, первый идешь. Потому что я ему в лоб с АВМ уебал, нахуй. Восемь человек, кстати. Все забрал. Тихо, аккуратно. Правей, 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 правей. Вот здесь, да, 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 Лех, да. Мы же втроем. А, настрой, точно. Это один и Тима, ёпта. А может быть две Тима. Может быть две Тима. Может быть даже три Тима, блядь. Да все, ну, блядь. Чё ты нервный? Чё ты орёшь, ну, блядь. Наоборот, блядь, пацаны, блядь, разбавляют атмосферу. Смотри, вот этот Лёх пригорок, вот этот, блядь, они там любят прятаться, вот где вот, вот за домами, нах. Справа, блядь. Наверное, в домах. Ух ты, блядь. Откуда? Что вы стрелять, не говорите это, блядь. Я его убил. А, убил? Сразу, сразу умер, ебать, он меня чуть не это, блядь. На нахуй, Дэна снесли. А это? А это где он, блядь? Из-под низу. Да, где-то вот справа тут вот, деревце, блядь. За камнем побежал. Они снизу, да. Вот у меня прямо. Еще есть, один. И еще перебегаю слева, смотри. Да, да. Одного вынес, один за деревом остался. Мне нужна ваша помощь. Блядь, Гилмор, стреляй по дереву, нахуй. Чтобы он отвлекся на. Оп. Да он выходит, ну ты как ты не видишь-то? А, ты тут-то не видишь вообще, блядь. Да вижу я его. Один где-то внизу, да, я так понял. Один в домах, может он быть. Меня. Вот он один меня прямо напротив меня. Вон, по нему стреляет еще кто-то. Да, это Гилмор. А. Так, один за деревом. Дурак, что ли, кидать гранаты, блядь, так. Давай, на нахуй. Это последний его друг. Да, остался. Еще вот один. Спереди, ниже. Вот, все, это он у тебя, Андрюх, которого ты стрелял под горкой, это он. Вон он побежал. Бы как? Что? Че? Спину сломал, наверное, ему. Охуеть. Все, он умер, блядь. Дебил, блядь. Ты косвенно хотел за холмиком, блядь. Ну, там с АВМ прилетело ему по хребтине очень хорошо, блядь. А ему похуй, я ж говорю, он... Там на туре хребет сломал ему, на. Червячок, блядь, пополз, блядь. Ебать, теперь как это, помнишь, Дэн, мы ржали? Как этот, который на коляске ездит-то? Да-да-да, эти гол, он там, у него позвоночник вырвало, нахуй, он просто сколько успел дойти и умер, нахуй. Таким патроном, нахуй. Лёха, ну и чё ты говоришь, нормально ты попадаешь, я вот смотрел за тобой, блядь. Не, это потому что это АВМ. А я не умею с ней стрелять вообще. АВМ, она как, у неё пуля ровно летит, без всяких, нахуй, всё, дал, нахуй, упал. Ну, просто понимаете, вот, это пуля, там, ей похуй, броник не броник, нахуй. Она тебя вместе с броником не зажжёт. Но вот я в тех, когда мы вначале около воды встречали, я стрелял, я тоже в лежачего раз попал, он нихуя не упал. Он нормально. Снимите кто-нибудь галку, я сейчас прям на минуту покурю и через минуту запустите, а я нажму риди. Давай, я убрал. Так, сейчас я тоже пытаюсь куда.
короче, следующей катке. Че, Леха пошел курить? Трум-прум-патрум. Бля, ну красиво, красиво, сука, не могу прям нарадоваться. Нормально, нормально. Побежал он нахуй за бугами ныкаться, придурок, блядь. Ну а че ему тоже, в принципе, не, вот взять его, че он делает? Выйти, он, понимаешь, он мог видеть то, что я бегу по чистому полю. Да вы на выгодной позиции стояли, блядь, особенно вот Леха. Я вот хочу сказать я, так, я на тебя, Гилмор, постоянно ору, блядь, что ты долбоёб, да, когда вот... Я хочу сказать, что в данный момент ты был красавчик, если бы не ты... Я бы сдох. Видел, да, Паш, ты за мной смотрел? Да, я смотрел. Когда эти двое с домов только пробежали, они мне всадили сначала. И вот этот хуй, который возле тебя, Андрюх, был, он мне начал, он меня почти добил, у меня красного проморгало нахуй. Если бы ты не начал стрелять, он бы меня уебал. Это не он, красавчик, Лех. Это я ему сказал, стреляй, блядь, по нему, нахуй, пока Леха стоит, блядь. Да, блядь. Я увидел его. На стриме посмотри, я говорю, Гилмор, блядь, стреляй, пока Леха, нахуй, лечится, блядь, там сидит, нахуй. Вот, блядь, опиздюк. Вот ты, потому что, блядь. Потому что правда, да? Да. Он там, что там, блядь, там говорил. Ты я нормально, а что, я хуёво что-то вам говорил? Я всегда говорил, всегда видел. Да, вон, блядь, мне это бесит, как Паша орёт, вон. Не, правильно он говорит, на самом деле... Как вот меня убивает, когда первый, я всегда говорю, и нормально, сколько раз выигрывали бы. Вон, когда... вот Дэн не видел, как на пляже бегут, блядь, ёбаный. Я сказал сразу, вон бегут, блядь. Я сказал, нахуй за деревом он сидит. Бегут, я сказал, ну на пляже, я сказал же, блядь, что там непонятно. Мне это блядь. Сказал на горе, когда я этому, блядь, да. Когда только выставил свою кукушку, прям сразу, прям бам, нахуй. Стрелю. Так что не лечи мне там, Андрюшка, блядь, погремушку, блядь. Слышь, блядь. А чё, Дэн ушёл, да? Он курить пошёл дальше. А, понял. Пойду чайку налью. Я его тоже налил чай. А я рюмочку. А чё, чё за праздник? А я завтра отдыхаю, ну то есть сегодня. Ага. Ещё посижу, поиграю, потом... Чё-нибудь, может, ещё поделаю дома. Домашние дела, знаешь. А на месте? Гилмор пошёл, блядь. Да. Бля, это охуенный это казахстанский коньяк. Бля, тема вообще. Вот ну, рюмочку налил. Блять, его закусывать не надо вообще. Просто надо. Ну, все настоящий, благодаря нет. Охуенный просто, блять. Даже не запивать, не закусывать, ничего нахуй. Просто вот рюмочку ёбнул, охуенно, блядь. Ну, покушать всегда рядом даже. Не, покушать это покушать это попозже сейчас. Сейчас я себе что-нибудь наварганю. Бутерброди хотя бы сделаю. Хотя бы что-то. Я вот сейчас к чаю хотел сделать пизду. Кстати, это, кто-нибудь коптил эту шейку хоть раз? Блять, она 24 часа коптится, короче. А она охуенная, блять. Я просто вот, ну, мне пацаны подогнали кусочек. Ну, там где-то грамм 300, наверное, вот так где-то примерно. Блять, охренеть тема. На хлебушек и все.
Ну ебать, 24 часа это сутки нахуй надо, брат, сидеть какие-то. Не, а там они на даче отдыхали. Просто поставили и ушли. А она там коптилась, там у них кусок там 2 килограмма или 3 килограмма было, я не помню там, блядь, сколько они там говорили. Тайт. А тебя кто Дэн убил? Дэна выбил вот этот, который справа был, у Гилмора рядом. А, ебать, он просто был за деревом, потом он ушел за это дерево, как в мою сторону. Тогда давайте нажимайте, ёптать, пришли уже все. Они еще лоханулись тем, что вот эти особенно двое из домов, если бы тот мудак пошел справа бы меня обходить, а с моей стороны это слева, где сужение было, я сидел прямо возле зоны, они бы разобрали меня. Нахуй они поперлись оба, блядь. В одну точку, да. В середину, я так и не понял вообще. Ну, логики. У всех свои бывают эти. У всех проблемы. У всех проблемы, блядь. Тем более дома за пригорком были, то есть я их не вижу. Все лег тупят. Мы тупим, бывает, тоже, блядь. Ну, особенно Паша. Ой, да не пизди ты, блядь. Мне там еще этот хорошо дал. Я вышел просто, я думал... А, да, вот этот сверху, я про него и забыл, блядь. Я ему убил, нахуй. А, да, кстати, да, на горе, который был. Да, он же мне еще третий, блядь, да, он еще... Лёха, а хотите прикол? Вот те, которые бежали по берегу, да, их там было сколько, трое, да? Ну. Один успел добежать до зоны, и, сука, один, который на УАЗике ехал, это был их четвертый. Прикол? Это был из их тима, чувак. Почему? А потому что того, который в зону забежал, который с берега бежал, я его вырубил. Ну. Не, подожди. Который... А тот с берега трое бежало. Да, вы двоих убили? Да, и третьему я с АВМа пизданул, блядь. Он вот. Еще бежал и за зоной умер. Я на него смотрел, он упал, все, замер. А-а-а. Да, он за зоной сдох. Они понял. Все трое. Значит, это двое там приехали в музыке. Блять, ну не липовка же, ну ебаный брат. Ну честно, да. Давайте мультипауэр милки, блядь, кто-нибудь. Блять, туда долетят. Наверное, нахуй. Но если ты на завод, то тогда давай на два завода ехать. Хули уже делать, блядь. Че друг друга кидать-то? Или погнали в мульту подеремся. Погнали, блядь, в мультипауэр и там домики. Да, кстати, на мультипауэре можно на четверых нормально найти. Ну там, на смысле, на одном заводе двое и на другом заводе двое. Блять. Нахуя я их нажал. Блад. Строп режь ее ножом, нахуй. Нельзя, вон F нажимаю попыт. Сука. Блять, я тачки не вижу. Ни одной, блять. Ни одной, блять. А, вон мотоцикл что ли стоит? Или чё это, блять? Ща прямо. Камень нахуй. Или давай, баги, блять. А чё, у меня. А, это камень. Нихуя. Кстати, давно зона на жарком не сводилась. Я вот что заметил. Играет, да, кстати. Я не помню, что. Я в одного играл вчера, сводилась. Да? Угу. Блять, ну что-то это на редко. Ну она редко, да. Сегодня с Мишей на Георгополис сводилась. Думаю, не собрать одного? Не, я в сам город, по-моему. А, ты в город? Ну, да. Я вот тут еду, ближайший. Баги есть вот еще. А вот смотри, вот тут дом назад. УАЗик есть. Давай я УАЗик возьму. А, у меня баги есть. Поехали в этот мультипауэр, блядь. За камнем спрятался. Нахуй надо, да? Из ангара вон уборщица.
побежал, ёб, сука. Бензин найдите только. Ну или я найду. Я взял бензин. А, ништяк. Потому что ехать потом пипец нам. Ну что, я в первый завод. Давай, давай. Ну и кто-то один еще туда же. Баги, ёпта, выпаряет, блядь, каких-то экзорцистов надо вызывать, ёбаный рот, нахуй, я перешёл. Давайте один кто-нибудь только. Давай, давай. Вот, Дэн, давайте. Сразу заправь УАЗик только, ладно? Чтоб потом уехать и ждать. Иди сразу на второй день. Я на первом уже все. Я правую, ты левую. А где лестница-то, блядь? Построй, ёпта. Ух ты, нихуя ты, эрудит, блядь. Блядь, чё так долго берёшь-то, блядь, а? I need рюкзак. На втором этаже был. Чё так хреново-то? Здесь все рушит-то, блядь. Я вот тоже хочу задаться этим вопросом. Оружие. Хуй с ним оружие, блядь. Ой, блядь, 8х нужен ли? Да. Ты, брат, ты будешь. Во, вот рюкзак. Да, у нас не густо. Но у нас как бы тоже, сейчас на завод зайду, на сам посмотрю. Что-то вообще дерьмо дерьминишно. Что, пойдем по домам, Дэн? Да, давай. Делать. Блять, вот второй рюкзак лежал на первом. Охуеть, я бегаю. Это что такое-то, блять? Ой, Юм, Дэн, Юм. Ага, иду. Где стволы-то? Второй броник пропустил. Ну не нужен? Вот. Это броник? Дома да, назад, я имею в виду, Дэн. Вон, лежит. Где лежит? Да вон. Чё, я сегодня с калашом? Здравствуйте, мама, бля. Я пришла с Синовалана. МК есть по 16. 16. А четвертая? Да. Не, не надо. Ебать, уже зона идет. Я да. Лучше калаш. Нам да, сейчас ехать уже надо. Он тут уже наверху, ептать. Как ты тут оказался? Ну, хули, ты на том, я на этом, блядь. Все, я погнал. Погнали, погнали. Блять, прицелов нет, на вообще. Я дам тебе 4х. О, пойдет. Ой, бинтик. Не, ну мы можем еще чуть полутаться, Паш. Да, чуть-чуть времени попал. Вообще нет. Поехали, нам ехать еще через всю карту, блядь. У меня есть кушатель на ПП. Вам нужен кушатель на ПП? Я нашел, да. А мне второй рюкзак, блядь, нужен. Иди пока тачку забирай, Паш. Ой, 4х нашел. Лишний. У меня есть.
То есть никому не нужно скидывать. Ну мне Андрюха говорит, тест. Ну да. Как ты тут лутался, я не пойму. Тут вон два рюкзака вторых лежит, блядь, в ангаре. Он не лутался, блядь. Я же сказал, по левую сторону бери. Да возьми ты, чепушила, блядь. Чё, поехали? Угу, последняя комната. А, пиздец. О, Дэн, миник. А чё ты баги взял? А у Васи физик прошлась. Куда едем? Да ёб... Чё за... Вот... Кто стрим смотрит, посмотрите, чё за говно. Никто не смотрит. Ну и нахуй. Всех, сука. Сука, стример, блядь. Чё, меня... Мои хорошие люди смотрят. Не то, что ты, блядь. Хули, я тоже сейчас стрим смотрю. Я Лёхин бывает смотрю, например, когда чай пью там, еще чай. Бля, ебать, просто, блядь, голый дом двухэтажный, блядь, вообще ничего нет. Какая же хуйня. А нет этого прицела обычного ни у кого? Прицела обычного нет. Не, ну дайте мне 4x, я вам прицел голограф. Ну отдам. Давай, иди сюда. На, держи. Угу. Да. Юмпа тут не было? Блять. А у тебя лягушки были? Да. А бусты есть у кого? Да, есть. Лишние? Да, да. Дай. Дай, 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 дай. На тебе вот такой обмен. А, нихуя ты, блядь. О, ништяк, хотя бы один. Так, кому глушительный БП? Ну, я уже взял. А нет энергетика обычного? А, я вот сейчас его попиваю, пиздец. И вот чё? Ну, давай скину. И куда ехать, да. Блядь? Сюда куда-нибудь. Вертикально ручки нет ни у кого. Нет. Цевьё есть. Давай цевьё. Чё, на синюю поедем? Нужен, нет? Или вот, блин, на эту трехэтажку? Ты хочешь сразу в центр? Ну, нет, поехали. Вы сами смотрите, я предлагаю просто. Да можно убить бы патрон взять. Поехали. Ну,
тачку найти. На, ёпта, грязь тебе, сука. На. На, ёпта. Ёп. Чё? Да... Тут кочки. Клюнули нахуй. Ой, смотри, сколько у нас бензина, да? Да, пиздец. Гараж чистый. Ты моя прелесть, привет, моя хорошая. Машина подъезжает. Одного вырубил. Еще один, один остался, сейчас поднимать будет. Да, давай, 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 нормально все. Меня кто-нибудь поднимет один потом. Давай, я иду. Вырубил еще одного. А что такое, почему не все? А потому что их двое всего было, еще где-то есть. Фига съемка. Да, вот я ее хотел только взять, и они подъехали, блядь. А у тебя патрон много? Да, у меня 235, я забрался. У меня вообще ноль, нахуй, почти. Ладно, бери. Блять, по нам, вот да. Они, вот они стреляют. Уходи с крыши. Да, не высовывайся пока. Там кар долбит. Сейчас, подожди. Оп, все, мне каску выбили, блять. Там... Тут есть третья, если что. Третья? Вон они, возле туалета. Попал два раза. За деревом он, на 75. Внизу. Вот дача еще там. Блять, все ветки закрывают, сука. Серый, да, туалет? Да, и от него левее. Первое дерево большое к нам ближе, которое. Ой, сзади едут. Еще едут. Блять. А тут по горе ходит. Одному дал. Блять, патронов семерок нет. Я тебе могу дать 15. Откуда стреляет? А это уже, по-моему, с другой стороны. Это с берега. Да. Охуеть, в голову мне попал. Сходу, блять. Ой, они там стреляются. Я иду. А, блядь, тебя положили, что ли? Да? 124 в голову, блядь, твари. Ты говори, положили, нет, блядь, а тут... Паш? Я же говорю, вырубили с 124. А. Зря ты, Паш. Блядь, третью каску выбили, суки, блядь. Вон они, на горке. Угу. Эти на 210 бегут, которые по мне работают. Да блядь, ну что такое? 210? Да.
210 и ниже. Ну нахуй. Это вообще... Это с той стороны. Снизу у воды, с дерева. Блять, едет там сзади. Едет слева, ну блять. Джерри со мной тут. Один в моем доме. В твоем доме? О, каску снял. Прям вообще ты висок нахуй дал. На втором этаже никого не вижу. Тихо, у меня в доме. Вот я за ним смотрю. Бля, мне тоже каску отъебнули, блядь. А, он за камнем. Они там стреляются. У меня тоже каски нет. На первый этаж еще один, Гилмору. Блять, пошли спасать. Сейчас попытаюсь его, блять, если выйдет, нахуй, ебать ему. Но они там на первом этаже сидят, судя по нему. По нам... О, это уже со всех сторон, бля. Вон бежит, еще перебегает на 255. Ой, 255, да. На третьем этаже. Вырубил. Давайте, заражьте, там один остался. Один в доме. Да, да, блять, да. М24. Дэн, хоть ты сидишь, блять. Я его и положил, блять. Я быстро умираю. Я очень быстро умираю. Лёха, спаси. Тихо. Блять, ты где находишься-то, блять? За этим, за грузовичком. За грузовичком. Сзади тебя. На улице. Лёха, позади тебя. Да, блядь. Ты мимо меня пробежал, Дэн. Я понял, нахуй. Там один через дорогу, ой. Тихо, тихо, я не слышу. Это я подхожу. Да где он, блядь? Рядом с деревом. Да, блядь, стёкла, ёбаный... Обходят за тебя. Где он? Зай, вот тут вот по прямой за деревом, да, вот где баки стоит. Вот он. А один у меня в туалете. Сука, ну же! Ну это другой подбежал. Да я знаю, блять! Он, сука, сидел в этом сарае, почему она не запрыгнула с первого раза, тварь ебаная она. Да, приехали, блядь, в домике нахуй. Со всех сторон просто. Да, неудачное было место, конечно. Ну, центр. Ну. Ну, в самом начале игры сразу центр попер. Первого круга. Не, ну побились. Это я левая. Все, значит уже и башка болит, блядь. Ага. Понятно. Зовите там кого-нибудь. А кого нам звать-то? Мишу, ёпта. Он Ксюшу нахуй, Толю нахуй, кого-то там Кирилла тоже нахуй. Идите играйте с Мишей, блядь, от первого лица. Да ну нахер. Хер пойду, я лучше втроём с пацанами поиграю. Давай, давай. Андрю. Автоматчинг. Уберите. Погнали. Как я тебя проебал, на. Да как ладно, ты нормально. Да нормально, блядь. Я был уверен, то, что где-то. Да просто ты меня такой раз пробежал, блядь. Я ничего не пойму, ты пошел Гилмора спасать или кого, блядь. Нормально все. Автоматчинг оставляем.
Да, похуй на него. Бля, если бы с первого раза запрыгнул бы, сука, блядь, еще бы жив остался. Хуя себе, с нами Тарзан, блядь, в команде. Да, мне бунчку нах. Чё у нас за асдок, ёп? Эсдок. Давай. Собака полетела дальше. Ну так это и есть собака, ёпта. Не брат ты нам, пидор, блядь. Гнида черножопая. Сука, там еще падла не спускается. Куда ты пошел? Ну, пускай один играет. Вот таких вот, я говорю, бывают такие попадаются люди. Главное, чтобы он в спину потом не зашел, нахуй. Может, он со своей командой играет. Хуй его знает. Может, он там топ-1 возьмет. Ну, за место нас. Нормально все. Есть? Блять, там. Ой. Нормально. Да все пиздец, мне сейчас. Меня задавят нахуй. Ну за дерево встань, Паша. Ну понятное дело. Пытаюсь. А он уже, блядь, дача едет, блядь. Ёбин-бобин, блядь. Блять, подошел к водительскому, сел на пассажирское, нахуй. А, ко мне пиздеченыш сел. Садись, Паш. Я их давлю. И не могу задавить, они крутятся. Да все, поехали. Похер на них, забей. Время не теряем. Сейчас еще зона уебет. О, нормально. Погнали, погнали, погнали. Оу, 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 оу. По Дэну работаю. Не по Дэну, а по того, кого он давил. По мне, по мне. Вот еще одна дача. Дэн, забери вот эту красную дачу. Тут никого нет. Она быстрее просто, чем ты на этой залупеньке будешь ехать, бля. Люк, давай вот в эти шесть домов тебе, да? Возле этого легушек. Ну, ты туда, я в этот, ага. Твои. Дэн-тайпи к нам. Ну надо же, да? Да? Люди строили, блядь. А ты, блядь. Да, блядь, ты меня, конечно, увез. К себе, главное, привез. Нормально. Ну так.
пересел бы и сразу по прямой поехал. Да ладно. У меня тут вон сколько машин, мотоциклов, блядь. Вот так вот, сходу 16 эмочка. Да, ну бери тогда вот эти три дома, я следующие. Ага. Сын собаки чуть не убил меня. Я знаю, что Дэн, блядь, любит тоже эти дома. Да-да-да. Санёк бы вообще сейчас закрыл спать. А он, кстати, не смотрит, Паш? Я не знаю. Я пока не могу посмотреть. Там интернет обрубили. Да, обрубили, да? Ну, он очень слабый. Ну вот, зашел сразу. Вот сразу вот... Я не знаю. Я эти дома обожаю, ну. Сразу 416, прицелы, блядь. Машина, что ли? А, нет, самолет. Сковородка. Еще калаш. Че ты там подбираешь, дурында, блядь? Подбирает она там, блядь, хуйню. А, за место сковородки лом взяла. Дура, блядь. Вот здесь второй броник лишний. Угу, поставь меточку. Блядь, два калаша, да идите вы нахуй с ними. Я вот сейчас что-то стал это играть калаш и эмка, вот когда есть хорошее, нормально вообще. Машина. К тебе? Нет. Нет. Я слышу. Где-то там. Ой. А, блядь, думал 416-я, это, сука, наебалово, блядь. Ебалево, блядь. Но... Юмп есть. Ну, я бы сказал, ну, как бы так нормально. Ну, почти все первое. Ну, зато пушки. Что ты говоришь? Кто? Не ты, не ты. Я? Не-не-не, да я жене. А-а-а. Ир, что ты говоришь? Ты что, уже пошла? Все, я готов воевать. Все есть. Ну что-то базарит с нами. Кто базарит? Нет. How are you? А, да? А я не слышу, я выключил чат. Я тоже. Чтоб в самолете не орали, дети, блядь, заебали. Хаваю, скажи, ёпта. Хаваю дуем. Хаваю чё-нибудь, ёпта. Я роллы хаваю, ёпта. Как сказать, чего? Ехай? Давай, Зай, удачи тебе. Чё сказал? Чё сказать?
Как ну сказать ехать? Ехать? Гоу! Гоу вис ас. Типа погнали с нами. Сложно. Второй броник есть. Где автомат? Любой? Ну, блядь, я калаш не хочу. А-а-а. Найду, скажу. Еще лично макак нужен. На СКС. Бля, знаешь, где есть? А, вот двухэтажки мои, последний дом. Крайний, прям к, сюда, вот к ангарам, грубо говоря, как смотреть, да. Вот первый, в который ты зайдешь, прям на втором этаже, там увеличить быстрый доступ. Вижу машину баги. Едет? Вдоль, да, вдоль горы едет туда. Ну, короче, на СЕ, на 150 туда поедет. Как, какой дом? Первый, второй, ну, вот, третий? Ну вот первый. Вот ты к нему бежишь, вот в упоре. Ага. Вот это, да, и вот это отделение на втором, по-моему, этаже идет. Так. Это на автомат, да? Нет, это на СКС. О, а тут и на автомат был. О, вот он тут. О, стреляться начались. О, перебегает 195, короче, чувак, на вот эту вот, блядь, как она называется-то с этим, с гербом, блядь, залупа, нахуй, через дорогу. Ёбин-бобин, блядь. Да поднимись ты, конченый. Уже там. Ты можешь съебаться оттуда? Да я-то съебался. Надо ехать. А, мы в зоне здесь. А, да. Дэн, бегу. А, ну ладно, едь, да едь, ладно. Едь, 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 едь. Круги там наворачивай. Мотоцикл. Это моя машинка. Блять, один раз к нему попал. Оу, оу, оу! Откуда, блядь? Уебал ему. Там четко сверху на горке был. Вот они там, вот я говорил, перебегали нахуй. Да-да-да, вон он на горке. А, вижу я тебя, блядь. На тебе в голову, блядь. Кто подъехал? Блять. Наши? Все, наши. Воу! Ух ты, сука, блять! А ты посмотри, блять! Через окно. Вон он стоит, блять. Нихуя. Блять, я завис! Ну, и я ему в голову попал с калаша, и он нихуя не умер, блядь. Там колесо прострелили. Я знаю. Надо убить его, но... Что? Это кто-то другой! Блядь, ему два раза в голову я попал! Поднимай, 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 сейчас они придут рашить. Он мне третий шлем сбил. Вот он. Бежит, блядь! Блядь. Ну все, пизда. Ебать, две гранаты. Я ему, ты, вот, прикол, смотри. Ты ему попал, о, то есть он тебе попал с калаша один раз, и он тебя выбил. Я ему попал два раза в голову с калаша, и он не умер. Я ему до этого с ВСС...
Да ВСС-то хуетал, блядь. Я вообще стоял за ангаром, блядь. Сел нахуй за машину, мне бам-бам прилетает. Обошел с другой стороны ангара, ну как, чуть по это, левее взял. Меня вообще положили нахуй. Походу тут еще двое снизу были, потому что, ну, это не они были. Возможно, да. Слишком быстро. Просто какой калаш косой, блядь. Я не знаю, я прям, блядь, попал два раза, я тебе говорю, прям. Прям сразу, не знаю, насчет... Он косой, да, но я два раза ему в голову, блядь, на сопки попал. И он, сука, живой, блядь. А мне, блядь, с первого выстрела тоже, блядь, пум. Блядь, еще через решетку эту, блядь. Угу. Пиздец, блядь. Давай автоматчинка эту берем, нахуй. Потом ползаем, как дебилы, блядь. Ждем, нахуй. Давай втроем играем, доиграем, ёптать. Нахер этот автоматчинку, берите его. Кто там у нас? Не я. Лёха. Лёх. Он что, ушёл? Отошёл, наверное. Да погнали с ним, пофигу, этот улетает. Давай. Я просто по-английски не могу, блядь, разговаривать, я не хочу. Кто на нас этот ворм какой-то, ворм джи, блядь. Я ушла уже дом покурить. Я, наверное, крайнюю, ребят. Да, я тоже. Я тоже. Так, мульту или чё? Да давай сюда же, нахуй, рот ебать. А-а-а, повоевать. Да чё-то прям какая-то хуйня сейчас произошла, меня она прям немного задела, блядь. Я просто, честно, не хочу на них уёбываться, возможно, просто действительно нас окружили ещё люди. Чувак, знаешь, что... смотри. Но они нас окружили, по сути, да. Я просто я видел. Просто не... А я не понял просто, кто меня пиздит нахуй. Ебать народу. Ебать там народу нахуй. Ну, в основном Георгополь. Сейчас посмотрим, куда эта хуйлуша полетит. Да вон эти хуйлуши, вон уже на мои дома летят, сука! Чмошники ебаные, блядь! Да. Ебать. Ничего, ничего, давайте. Твари ебаные, давайте нахуй. Свои женские контейнеры забирайте нахуй. Ебать, они все сюда, блядь. Да блядь. Лёх, у тебя двое. Вижу, блядь. Троих. Да, а они на контейнеры ушли. Mm-hmm. А эти хуи лучше, блядь, там, на. Да, вижу, вон один по дороге бежит, блядь. Хандра, блядь. Дэн, у тебя есть человек. Я видел. Там сейчас мой его встретит, я надеюсь. Блядь, там вот этот НОМГ, блядь, уже убивает одного, нахуй. Молодец. Чё-то нихуя он не убил. Он по нему стрелял, я видел, кровь летела, но он его не убил.
Блять, одни пистолеты, ёбаные твари, блять. Как вы заебали, честное слово, с этой хуйней своей конченой, блять. Три револьвера в одном доме. Три. Прикольно, чё. И ко мне кто-то подбегает. Бегу. Я взял. Сидит, сука. Блять, ни разу не попал, ёбаный в рот. Блять! В доме у меня. Наивно убил. Ребята, у меня двое. Дэн, к тебе один пошел. Может, меня обходит. Посмотри, он за забором должен сидеть. У меня, где я вот сейчас нахожусь, там дом с заборами. Один у меня в доме. Сейчас посмотрим. Блять. Один под окном у меня. Блять, меня двое нахуй долбят. Я иду сейчас. Трое, блять. Ебать. Ай, блядь, автомат. Вон, один внутри. Зря ты на них на один на троих пошел. Обходит слева. Вот здесь, да. Зря тут чувак пошел наш. Он хоть помогает натуре, он пришел натуре тоже с тобой вместе. Не улетел там. В каком он доме? Да тут. Вот где-то здесь, где ты бегаешь. Тут они втроем. Вон в окне был один. Тихо. Да. Вижу в окне. Вот. Вижу, ща. Бля, без броника, без каски, ёпта. Вот он-то, вот он. Тихо, здесь в окне. А, это не ты, ёпта. Он в этой трехэтажке, да? Да. Да, вон бегает. Красавчик. Всё. Сразу отъехал? Нет, да? Нет, ползает, еще один есть. Да, там же. Ёбин-бобин, блядь. Нет, здесь нет никого. Ну, убил его сейчас, Дэн, убил. Нет, я его добил. Вот он, блядь. Пидорас. Чувак хороший был, кстати. Убил. Все, последний, да, это жалко, был. Жалко чувачка нашего. Бля, есть карас. Ой, блядь!
окна нахуй. Рано расслабились. Отлетел мальчик. Чё, как оно, братан? Где ты? Не, ну чувак, вот этот наш красавчик, конечно. Угу. Помогать сразу пришел, блядь. Это вот нормально, да. А он ничего, Лёх, не говорил? Когда это, блядь. Mm-mm. Да вышли бы, сейчас бы еще бы одну начали. Ща, тут еще кто-то ползает, по-моему. Ну, на нет. И сюда нет. Я сейчас, когда забрал у него вещи, вот этого последнего, угу. Я все забрал, сижу, короче, и слышу шук. Это вот мои вещи, как я узнал. В смысле, вы еще одну хотите? Ну да, по-быстрому. Не, я, наверное, ребят, все. Что-то, блядь, я не знаю. Что-то уже вообще не прет. Извиняйте. Ну давай, окей. Спасибо, ребят, за игру вам. Да, пока. Давайте, доброй ночи. Угу. Чё, завтра, Дэн, будешь? Кажется, не знаю. Чё, всё, да? Я всё, Лёх. Я тоже. Ну, давай. Доброй ночи, ещё раз говорю. Да. Спасибо за игру. Всё, давайте, да, ребят. Давайте. Дэн, ты завтра будешь? Да я уже тоже спросил, он не знает. Ну ладно, ну тогда ты чё в то же время, по-любому. Ага, окей. Лёх, ну если что, ты мне пиши, как придешь. Давай, окей, я тебя сразу. Давай, давай. Это хреново. А чё, вы тут трётесь? Меня воз... Чё? Пашок. А чё? Смотрел видео? Смотрел видео, дед? Какое, какое? Я тебе скинул в личку. А, нет, не смотрел. Ладно, уже время. Ну окей, давай тогда, если хочешь, завтра я вот джойстик подключу и тогда уже... Да попробуем, Кстати, куда меня свой джойстик подарить, блядь? Я на нем буквально полчаса поебался, блядь, и все. Как у рейдера. Давай, давай мне джойстик. Давай мне, давай. А ты пересылку оплатишь, Пашок? С Германии. Да, а сколько, интересно, стоит она? Я график-карту отправлял, конфет напихал туда-сюда, до 5 килограмм 30 евро. Тебе проще джойстик тут купить. Мне проще в натуре джойстик здесь купить, блядь. Я про что тебе говорю? Просто... А так я подарю. Она стоит-то у нас 50 евро всего. Да ты подари кому-нибудь, блядь, вот у себя. А я у себя никого не знаю. Да ладно.
Действительно, я не знаю, в Германии... В Германии нет. Я с немцами пытался, они как-то не очень со мной играют. Там друзья русские по-любому должны быть, ты чё? Были, потом куда-то исчезают, потом у каждого проблемы, где-то что-то. А так, чтобы надолго, нету. А, понятно. Бывает. Паш. Ау. Стрим-то выруби. А, блядь, я же... Стрим забыл вырубить, блядь. А ты чё, сволочь, стрибишь? Да.